Мулентий! Мулентий! Доброго всем здоровья! С вами микроблог на Анифильме и я, Мулентий. Сегодня мы немного поговорим о History Comics и его эксперименте дать любителям сделать дубляж на фильм «Твое имя». Загляни, загляни в глаза мои суровые. Осветим всем пишущим в комментариях и спрашивающим себя «Просто интересно, почему они?» Все очень просто. Эти команды помогали с продвижением фильма на своих сайтах и пабликах. Вот и все. Ларчик очень просто открывался. Многие не смогли отыскать в комментариях ответ на этот вопрос. Но История отвечала, писав, что это бонус тем, кто помогал в продвижении фильма. И на этом все вопросы можно закрывать. Ты кто такой? Но давайте немного поразмышляем. Подобный эксперимент позволит показать, насколько востребована будет работа фанатов, фандаберов, в пересчете на внесенную монету пользователями. Мороженое, газировка, туда-сюда. Какое мороженое? Так как за это нужно будет заплатить, чтобы по итогу посмотреть его. Это не будет в свободном доступе. Скорее всего, это будут стараться закрыть везде, где будут появляться в свободном доступе копии. Ну да ладно. Если подобный опыт будет хоть немного успешен, возможно, History будет раскручивать электронную дистрибьюцию через интернет и дальше. Но это только мои мысли. Да ладно, брось ты его. Скажи лучше, что с Васькой делать. Выпускать нельзя. Вернемся же к моменту. Это должен быть дубляж от фандаберов, а не закадровое озвучание и даже не рекаст. И к этому всему добавляется техническая часть этого вопроса, так как далеко не каждый технарь сможет смикшировать дубляж, так как это тяжелая и нудная работа, требующая колоссального внимания и усидчивости. А также, кто будет режиссировать это? Или, как я говорил в микроблоге о многоголосках, кто будет тот координатор? Ведь люди, никогда не делающие рекаст, не имеют представления о том, как сделать дубляж. Врешь, Васька. Скажи, что врешь. Ну что ж, как ребята смогут справиться с этим, будем посмотреть. А на этом все. Удачи всем. И History Comics в их начинаниях.